Всем привет! С вами клуб единоборств «Тайгер», и сегодня специально для канала «Октагон Шоп» мы проведем экскурсию в нашем клубе. При входе в клуб вас встретят самые яркие и красивые администраторы нашего клуба. А также на ресепшене клуба вы встретите все наши награды, наших чемпионов, спортсменов, которые тренируются, а также работают в клубе. Перед тренировкой не забудьте подкрепиться на нашем баре. Здесь находится женская и мужская раздевалка, также с душевыми кабинами внутри. Начинается тренажерная зона, и пойдемте посмотрим, как тренируются наши спортсмены. В нашем клубе проходят групповые занятия по кроссфиту, по тайскому боксу, по классическому боксу, также бразильское джиу-джитсу, грэпплинг, ну и зона тренажерного зала. Кардиозона оснащена такими тренажерами, как гребли, велотренажеры, эллипсоиды, а также беговые дорожки. Далее у нас расположена ударная зона. И, конечно, мы не забываем про наше молодое поколение, про наших детишек. У нас проходят групповые занятия для детей по тайскому боксу, классическому, а также дзюдо. И мы ждем самых маленьких наших спортсменов с 3 лет. Зона единоборств – покрытие татами. На данной зоне проходят у нас занятия по бразильскому джиу-джитсу, грэпплингу, дзюдо и ММА. Тренируйтесь лучшими, становитесь лучшими, а мы вас ждем в нашем клубе единоборств «Тайгер».